В результате крупномасштабной операции, проводимой на территории сразу нескольких субъектов Российской Федерации, в Краснодарском крае закрыт подпольный цех, где в упаковку известных торговых марок расфасовывались фальсифицированные продукты питания, предназначенные для приготовления блюд японской и паназиатской кухни. Икра летучей рыбы, икра масага, имбирь, рис и приправа васаби подпольного производства из Славянска на Кубани поставлялись не только в рестораны Краснодарского края, но и других регионов России. В настоящее время в рамках уголовного дела назначено проведение экспертного исследования с целью установления опасности для жизни и здоровья указанной продукции, а также устанавливается ущерб, причиненный правообладателям торговых марок, в упаковке которых расфасовывалась указанная продукция. В ходе обыска в нелегальном цехе сотрудниками полиции было изъято более 10 тонн готовой контрафактной продукции. Вы расправьте его. Место изготовления. Уже упакованная, да? Да, готовая к отправке. Самый объем там. Помешивают в икру топик летучей рыбы, идентичную селедку, чтобы уменьшить себестоимость, тем самым, возможно, обманывают потребителя. Окрашивается, дефростируется. Это сельдь, да, вот это вот? Да, это икра сельдь. Икра сельдь. А тут что, открыть можно, нет, или там ничего нет? Это уже готовое, но это под чей-то бренд, они по договорам, икра торговой марки. Вот, это масага, это икра мой, вот, крашеная. Это икра Санта-Бремор, будем устанавливать ее происхождение. Тобика и котенке, это, по идее, должна быть икра из летучей рыбы, установленная. Да, Алексей. Стикеры, которые клеятся на коробочке, которую мы видели, это масага. Это тобика. Согласно им, производитель является Санта-Бремор. Всемирно известное предприятие. Немецко-белорусская совместно. Это другой, это другая этикетка. Официально. Да. Да. Да, конечно.
Давайте порядок определим. С какого начнем? Отсюда начнем, наверное. Вот мы здесь и находимся. Да, вы, соответственно, смотрите и поясняете по документу.